воскресенье, 21 марта. Вы хотите песен? Их есть у меня. Суперконцерт. Хорошие песни. Фабрика. Накормит глюкозой. Катю Лель. И руки вверх сами потянутся. Ведущие этого праздника жизни Александр Цикало. Я сегодня в ударе. И Тина Канделаки. Воскресенье, 21 марта, 18:40. Хорошие песни на СТС. Споем? Алло? Котлеты в кастрюле, слева. Тоже мне новости. Эти новости уж полгорода знает. Серега, радио включай. Слушай, это для тебя. Напомни мне, куда я очки засунул? Ты зачем сейчас мимо меня проехал и даже не заметил? Да, но я уже убегаю. Ну вот, опять не встретились. Я тебе позвоню. Ты не один, когда есть с кем поговорить. МТС. Люди говорят. Постоянно в движении? Попробуйте J7 в новой бутылке. Ее удобно держать. Из нее легко пить. Она надолго сохраняет свежесть натурального сока. Открывай новое вместе с J7. Можно соду и стакан воды? Изжога? Ренни быстро и безопасно устранит изжогу. Ренни содержит кальций и приятен на вкус. Ренни 5 минут и никакой изжоги. Когда тебе хорошо, просто открой пачку с чипсами Estrella. Тебе станет еще лучше. Ведь потрясающе вкусные чипсы Estrella – это ломтики отборного картофеля, приправленные ароматными специями. Жизнь хороша, а с Estrella'й еще лучше. Откройте для себя формулу любви. Индия пробуждает крепкие чувства. Кения завораживает волнующим ароматом. Китай наделяет мудростью и утонченным вкусом. Цейлон согревает золотистым цветом яркого солнца. Все оттенки любви в новых коллекциях чая «Майский». Новый мультикомплекс «Динамизат». Жизнь в новой динамике. Каким должен быть йогурт, чтобы вам понравиться? Полезным? Натуральным? Фруктовым? Разнообразным. Плюс недорогим. Фрубурт. Вкусные радости каждый день. В своем формате. Как порадовать папулю? Подарить красивый галстук. Петь, плясать, веселиться. Помолчать одну минутку. И дарить фруктовый сад. Фруктовый сад. Фруктовый праздник. А поцеловать? Юлия Шилова. Любовно-криминальный роман «Я подарю тебе небо в алмазах». Только в чудо-стране вкуснейший джем из сочных спелых фруктов превращает чудо-творожок в воздушное лакомство, даря удивительно нежный вкус. Чудо-творожок – наслаждение, созданное для вас. Страна чудес молочных. Каждый кусочек настоящего молочного шоколада Альпен Гольд – это частичка вашей любви. Альпен Гольд – шоколад, наполненный любовью. Здравствуйте, меня зовут Сергей Краснов, я из города Тольятти, мне 31 год. Женат, имею сына Филиппа, жену люблю, жену зовут Аня. По характеру разные бывают, бываю веселый, жизнерадостный, бываю
взрывной, вспыльчивый. Со мной нелегко, но весело. Передаю всем привет, желаю всем всего самого наилучшего. У меня крепкая семья, двое пацанов. Один уже даже в институте. Считаю, что в семейной жизни сила семьи заключается в том, чтобы вовремя уступить друг другу. А мужчинка вообще должен в нужный момент падать на лопатки. Семен, я тебя люблю. У нас 20 лет семейной жизни в этом году. Спасибо.